килограмм. Мелочь. Можно в головку, красивые камушки будут. Можно в аквариум. Понятно, да. Вот они разные тут. И такие вот. И есть сплошные, вроде яшмы. Есть вот такие вот симпатюли. Вот какие есть. Ну, это необычный такой. Это редко бывает. Ну, тоже полощатые. Некоторые так вообще можно в оправу сразу и все. Так, это что? Ой, где-то выпрыгнул. Резанный был, по-моему. Каких только не бывает. Каких только не бывает. Когда внимательно смотришь, да, вообще интересно. Интересно. Беленькие, серенькие. А, ну это вот немножко из другой. Это тоже перелив, тот же химсостав. Ну видите, рисунок какой. Яблочком. Вот. Это уже с другого места. Это с Хрустального острова. О, какой интересный. С одной стороны вот такой, такие полоски, а с другой стороны, видите, вроде рядышком, вот уже красные пошли такие. Контрастные. Вау. Ну, это резать надо, тогда посмотришь. Ой, что там бывает. И тоже образец интересный. Вот видите. Отгалтовать бы его так. Хорошо бы смотрелся. Пятно белое, тут пятно красное. Ну, кто понимает, тот что-нибудь может сделать. Я раньше резал, пробовал. Ой, что-то у меня тут вот резанный попался тоже. Видите, он какой. Ну, некрасивый вроде. Разрежешь, вся красота и откроется. Даже такой зеленый, вроде жирный. Видите, сразу как заиграл, когда его разрезали. Вот тоже. Этот немножко даже окатанный. Тоже. С одной стороны такой, а с другой уже несколько другой. Вау. Красный. Красный этот тоже вот, с разными цветами. Смотрите, концентрические фигуры такие и сердцевинки. Вот.
Красули, красули. Да, лет 7 назад. Так вот поставишь и забудешь про них. Вау. Что творит? Вот такая красотень. Это тоже необычный кусочек. В этой партии только килограмма тонна. Взвешиваю, потом поставлю сколько. Всякие. Вот здесь ярко выражены красные, белые. Разрезать вот так вот вдоль разрежешь, и тогда красота-то и откроется. Ну, видите, какой тоже интересный. Вау, смотрите, попал какой. Тут даже как такой халцедоновая корочка сверху. Тоже интересно. Красный пятак. Чего только природа не делает. Какие фигуры. Видите, тоже плойка такая. Здесь один такой коричневый, я бы сказал, темно-коричневый от гематита, наверное. Здесь светлый. Ну, это, наверное, ну да, даже просвечивает в некоторых тонах. Красотули. Вау. Вау. Ну, хорошие образцы. Так, это у нас. Я напоследок оставлю. Это все шайтанский перелифт. Место рождения шайтанское. Оно же октябрьское. Оно же медвежское. Вот так вот. В 60 каком-то году открыли коренник. Совсем недавно, можно сказать. О, вот что творится. О. А вот это вот тоже перелифт. Но он с другого несколько месторождения. Хрустальный остров. Проявление новое, ну уже старое, наверное, но случайно нашел. Случайно. Видите, какое плотное скопление. Шайтанский прилив в основном плочатый, а этот, видите, он как яблочками. Бывает даже много-много мелких, ситчик такой красивый, но это редко попадает. Сразу у меня его взяли.